Ребята, вы зачем хулиганите, заборы разрисовываете? Мы не хулиганим. Как не хулиганите? Хулиганы же вижу. Нет. Сегодня мы проводим акцию «Раскрась город сам». Во дворе дома бакинских комиссаров жители ежедневно проходили мимо мрачного серого забора, навевающего скуку и уныние. Сейчас же он вызывает бурю положительных эмоций и восторга. Цель этого проекта – донести одну простую идею. Приложив немного усилий, можно значительно преобразить окружающий мир. Ой, очень даже что? Красиво, очень. Такая красота, нет. Детям радость большая. Очень рада, акция пошла очень хорошо. Пришли жители как нашего дома, так и соседних домов. Пришли и внуки с бабушками, и дети с мамами. Пришли даже две будущие мамы, которые знали, что принимая сейчас участие, они в будущем будут видеть этот позитивный мир, да, что это теперь не просто серая стенка. Гулять со своими детьми, радоваться, улыбаться. Я думаю, что данная акция может быть примером для жителей этого города. И они могут что-то как-то украсить свою жизнь вот таким образом. Группа инициативных горожан реализовала эту идею своими силами. Были приглашены жители окрестных домов с детьми и найдена компания, которая помогла с расходными материалами. Спонсор «Уникалор» любезно предоставил краски, кисти и грунтовку. А с мотивами и эскизами помогли арт-студия «Точка» и студия «Киви». Фильмы про смурфиков.